Ночные посиделки в Героях Шторма, вот они какие. Доступны новые таланты. Так, новые таланты доступны. Приготовьтесь к битве, вы сухопутные крысы! Хорошо, я даю вам 10 секунд. Хорошо, здесь, в принципе, с собой хлайнов можно собирать крипов. Да начнется битва! Так, а у них прион мало утрасывания. Прион, блин. Очень мудро. Ребят, я старался. По слову честь. Ранен тротить. Говорят, в доках есть сокровища. Живей за ними. Во имя чести. Всю силу возмездия! Гоните дублоны! И, может быть, я постреляю в ваших врагов! Мало тебе. Это мне нравится. Мало он еще на меня тратит. Борись-ка. Куда все делись? Нападет на тебя проклятие света. Нас всех озаряет свет. Ну, нет, прыжки. Я уже слишком стар для этой чуваки. Ишь, какие прыткие. 15-ром на меня решили напасть. Главное, опыт идет. Берегитесь, враги света. Почему бы и нет? Блин, только мне на обоих лайнах получается надо быть теперь. Доступны новые таланты. Я насрать на себя. Я сюда пришел экспу собрать. За серебряную длань. Во имя света. Блин, парни, я не успеваю. На нас благословение света. Во имя чести. Доступны новые таланты. За серебряную длань. По зову чести. Ребят, хорош там чудить, господи. Наемники будут на нашей стороне или умрут. Во имя света. За серебряную длань. Блин, я саппорт, парни, алло. Хорошо. Кто-нибудь придет, нет? Почему бы и нет?
Надеюсь, вы не прочь поискать сокровища. Блин, если я еще отсюда уйду, мы точно по качу просядем. Очень мудро. Берегитесь, враги света. Это мне нравится. Блин, я там нужен. Блин, я там нужен. Разумное решение. На нас благословение света. Берегитесь, враги света. Этот герой готов. Как раз много меня лечит. Красивое убийство! Все отлично, но сверху там. Это мне нравится. Благословение света. Да господи, что ж там происходит? И они все равно сдают. Зачем? Зачем вот этот геморрой они там устраивают? У ваших врагов тупые карманы. У нас тут ломят со всех сторон, блин. Они херней занимаются, ну что цирканы вообще попались. На нас благословение света. Думаю, с них хватит. Доступны новые таланты. С нами свет. На нас благословение света. Я только успеваю здесь экспу собирать. На том и на этом лайне. Почему бы и нет? Я полон справедливости. Сколько я уже этих сферок собрал, у меня там, наверное, мана регена немерено. Это всего лишь 6 стаков. Что так, ма? Или это? Это цифра там. Очень мудро. Ну что, по рукам! Сейчас так, наши убиваются. Сзади ворвемся, попробуем. Я главный враг, да? Господи, как чихнуть хотелось, я не смог. Наемники будут на нашей стороне. Очень мудро. Так, все разбежались. А
господи, сколько их. Золото. Ищи базу. Тоже можно. Такой вопрос глупый. Сейчас давай его там, бэк. Ваш противник уничтожил крепость. Это мне нравится. Все, хватит. Мы бесплатно не воюем. Завалили там курицу, наш нет, летело. Я уже слишком стар для этой чепухи. Во имя чести. За дело, парни! Ха-ха! Устроим фейерверк! Так, наши теперь. На нас. Орд уничтожен! Ощути всю силу возмездия! Наконец-то я со всеми Разумный. Разобрался. Воу-воу-воу, там парней сколько едет. Это мне нравится. И кто платит мои услуги? Опа-опа-опа-опа. Тихо, парни. Благодарю. Где наш дамаг весь? Втроем, блин. Два саппорта, один дамагер. Во имя чести. Ну сейчас сдавать будут. У них там много денег было, я помню. Похоже, враги вас обставили. Впредь будете умнее. Очень мудро. О, наверное, больно. Главное орудие — огонь. Я уже слишком стар для этой чепухи. О, наверху. Отставить огонь. Да блин, ну, сколько станов выдали, гады. Просто жесть. Штуку станов выдать. Я опять. Кстати, я прожал на себя божественный щит. Но почему-то он не сработал. Это удивительно, кстати. Кулдаун пошел. Или на себя нельзя, я так и не понял. Вроде бы кладется на себя, я видел. Может, я, может быть, и не кладется на себя. Сейчас узнаем. Чисто по интересу прям.
это может быть я тупак. Пытаюсь положить на себя щит, а он не кладется. Гу-гу-гу. Во имя света! Знаете что? Сокровище каждому, но в основном мне. Во имя света. Отлично. Настал твой смертный час. Больно. Отступаем. Подряд, ой-ой-ой-ой-ой. Ничего страшного. Так, говорит, ты труп. Где все враги-то? Так, говорит, ты труп. Надолго мы, конечно, там остались. В принципе, двоих с собой забрали. Бедно, конечно, бедно. Бедно по фрагам. Ну, в принципе, саппорт есть там и там. Так что, понятно. Враг уничтожил крепость. Парни, терпите, еду. Не ждите, стреляйте, недоумки. Доступны новые таланты. Ну что за корни было? Отстал от нас. Ну, Вальфер, давай. Отлично. Во имя света. Да, все заплатили? А, без разницы. Пристать всех наверх. Одним фото.
зенитки пошли уже. Огонь, бездельники! Так, здесь разумное есть кому. Саппорта, блин, тоже. Вы должны захватить этот лагерь наемников. Ну что, захватим лагерь наемников. Сейчас босса будут брать. Чуть-чуть не успел, а? Чуть-чуть не успели. Блин, мне такой стан там провесили. Невероятно! Что такое? Что меня ударило? GG. Да, с боссом тут уже пронос будет. Хорошо. Извини, Вал, я тебе просто не мог спасти, потому что меня там фокусили дико. Я там получал такую жизнь, да магии еще и станов. Конечно, ордатая вышла. Лично, лично прокатили на боссе. Какая-то вторая героическая способность, хоть скажите мне.